Сегодня в 3 часа дня на трассе Тирасполь-Каменка у поворота на село Дородское сгорела фура, груженная песком. Как сообщает пресс-служба ГУБЧС, причина возгорания – замыкание электропроводки. Это видео прислали подписчики ТСВ. На видео видно, пожарный уже тушит загоревшуюся фуру. Пресс-служба ГУБЧС сообщает, за рулем фуры с молдавскими номерами был 64-летний водитель. Он увидел дым в левом зеркале и остановился на обочине. Вышел из кабины и отсоединил клеммы аккумулятора. Огонь быстро распространился на всю кабину. Водитель пытался сбить пламя огнетушителем. Проезжающие очевидцы тоже пытались помочь, кто водой, кто огнетушителем. Пожарным на локализацию пожара понадобилось 5 минут. На полное тушение 27, пишет пресс-служба ГУБЧС.